Иное измерение русской культуры. Алексей Васильевич Кольцов. Что значу я? Читает Евгений Бразин-Брушковский. Что, крошка мелкая, я значу? Живу, заботливо тружусь, в желанье счастья время трачу и вечно недовольный плачу. Чего же ищу? К чему стремлюсь? В какой стране? На что гожусь? Есть люди, до смерти желают вопросы эти разгадать. Но что до них? Пусть как хотят, о всем серьезно рассуждают. Я недоросль, я не мудрец, и мне нужнее знать немного. Шероховатой дорогой иду шашком я, как слепец. Смешным сойдусь ли, посмеюсь, с прекрасным встречусь, им пленюсь, с несчастным от души поплачу и не стараюсь знать, что значу. Читано по изданию. Стихотворение и письма Алексея Васильевича Кольцова. Полное собрание. Вновь исправленное и значительно дополненное издание под редакцией Арсения Ивановича Веденского. Второе издание. Санкт-Петербург. Издание Маркса. 1901 год.